действительно специалисты. Это, так сказать, самый активный и самый производительный сегодня и класс, и возраст в некотором смысле. Да? И мало того, это такой высокого класса специалисты, связанные с банковским делом крупнейшего банка страны. Да? Вот, поэтому, естественно, вот специфика аудитории, она обязывает, то, что называется. Существуют определенные вещи в бизнесе. Я немножечко грешил тем, что изучал бизнес в школе в Лондоне немного. Есть определенные вещи в бизнесе, определенные области, которые требуют особого внимания. И, естественно, в современном, особенно корпоративном бизнесе, построение команды, то, что называется тимбилдинг, это очень важный элемент, потому что, естественно, взаимопонимание и взаимовыручка, взаимопомощь, способность на правильные, определенные, конструктивные, перспективные компромиссы и прочие вещи делают команду гораздо более эффективной, чем просто там плюс, там, чем просто сложение нескольких специалистов. Когда в команде есть взаимопонимание, когда создается атмосфера взаимопомощи и прочих вещей, то эффективность команды повышается не со знаком «плюс», а со знаком «умножить». Уже априори в таком сообществе, да, люди талантливые, они не случайны. Когда они находят между собой спайку, связь, взаимопонимание, электричество какое-то, вот эта команда способна на все, и нет такого дела, такой миссии, которая невыполнима была бы для вот этого коллектива или этой команды. Наверное, вот в этом смысл был сегодняшнего нашего мероприятия. Любой коллектив, да, любая команда, будь она в кино при съемке фильма, либо в нашей непосредственной работе, это действительно крайне важная вещь для того, чтобы получился результат. Фильм, который с удовольствием будут смотреть люди абсолютно всех возрастов, категорий, не знаю, там, слоев, либо какой-то продукт, который мы делаем для своего клиента. Очень много похожего. И очень захватывающе и увлекательно получилось. Зарядил такой бодростью, повторюсь, как бы позитивом, что, я думаю, корпоративный тренинг у нас будет удачный как никогда. Вот. Ну, интересно было. Интересно было. И, во-первых, и, во-вторых, были, так сказать, достаточно продвинутые и неодностожные вопросы, что приятно. Вот. Поэтому нет, все нормально. А то, что я волновался, нет, конечно, волновался, но не так, чтобы прям безобразно.